Девушка ведет себя как обычный любитель домашних рыбок. Выбирает аквариум, обращается за помощью к консультанту, но на кассу так и не проходит. Минуя продавцов, она выносит габаритный товар и направляется домой. В Кировском районе сотрудниками уголовного розыска была задержана местная жительница, подозреваемая в хищении имущества из магазина стоимостью 7000 рублей. По данному факту отделом дознания отдела полиции номер 5 в составе управления МВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемая, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности, пояснила, что похитила аквариум, чтобы установить его в квартире, так как давно мечтала о домашних питомцах. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.